Люди, всем привет! Вы находитесь на образовательном канале Ричард Гуле. Здесь бесплатно обучают, как правильно ставить ставки, как выигрывать и как обыгрывать контору. Сразу скажу, контору вы не обыграете. Именно вы можете быть в плюсе. Да? Остальные, как правило, все проигрывают. Почему проигрывают? Я об этом говорю в каждом ролике. Я разбираю каждый день ошибки. Что правильно поставили, что неправильно поставили. Работа над ошибками идет. Вот. А сегодня я расскажу об очень простом способе, как заработать миллион рублей. В принципе, может даже за 10 дней. Начиная с 1000 рублей. Итак, если у вас есть 1000 рублей, мы сегодня ставим с вами экспресс из двух событий с общим коэффициентом двойка. И таким образом мы зарабатываем с вами 2000, да? Вот. Потом опять ставим на экспресс с коэффициентом двойка 4000 и так далее. Вот. Посчитайте на калькуляторе, если так 10 раз удваивать, то после 10 ставки мы с вами 500 тысяч поставим на экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2 и выиграем таким образом 1 миллион рублей. Вот. Реально это или нет? Ну, конечно, реально. Почему нет? Сколько экспрессов у меня заходило из двух, из трех, из пяти событий у меня заходили экспрессы? Больше, да, даже больше заходили экспрессы, но там был экспресс у меня из 10 событий 2 года назад, там были низкие коэффициенты, 10 событий, общий коэффициент был меньше двойки. Ну, типа там Барселона играет у себя дома и там не проиграет, вот такие 1-15, понимаете, но это как бы такие вот варианты не очень интересны, но тем не менее рискнуть можно. Итак, давайте сегодня попробуем, кто хочет. Что я предлагаю на сегодняшний день? Ну, пока вот то, что я вот вижу реально, да, это победа Тоттенхэма и победа Лейпцига. Вот можно такой экспресс взять. Победа Тоттенхэма, наверное, будет 1.30, а победа Лейпцига 1.50. Вот если это взять все в экспрессе, будет около двоечки. Можно вместо Лейпцига взять победу Баварии. Кто в чем более уверен? Вот я, честно говоря, уверен в победе Тоттенхэма, хотя Англия постоянно преподносит сюрпризы, но Тоттенхэм идет, по-моему, 5 матчей без поражения, одни победы. Брайтон, наоборот, по-моему, 5 или 6 поражений подряд, ни одного забитого гола. Команда просто валится, забить не могут. От последней черты их отделяют всего лишь 2 строчки в турнирной таблице. И они скоро их Кардифф Сити обгонит и покинет опасную зону, а Брайтон займет, скорее всего, место этого Кардифф Сити, потому что в оставшихся 4 матчах 3 встречаться с 3 топовыми командами, где вряд ли они наберут очки. Итак, давайте вот этот своеобразная лесенка, вот этот клич кинул Мурат Атаев на своем канале, вот он говорит, давайте там сделаем лесенку, дойдем до миллиона. Но на второй ступеньке мы споткнулись вместе с ним, потому что я тоже брал то, что он говорил. Краснодар я брал, победу над крыльями Советов. И тотал больше 1.5. И Бавария. Ну, Бавария, конечно, над Боруссией. Бавария, конечно, зашла, а Краснодар не зашел. Но так как Краснодар играл раньше, то и он не заходил, то я этот Краснодар, значит, против себя поставил в лайве. Поставил там пенальти, что будет. Класс, он забил пенальти на последней минуте. Вот. А потом то, что мне не хватало, там рублей 300 в минусе было. Я поехал в Бингабум, поставил просто тупо на победу Баварии. Тотал 2.5 больше. И в первом тайме было 4-0. Ребята, вот такая вот Бавария. Еще такой момент. Смотрите, они не зря с Федором сыграли 1-0 в предыдущем матче. Они готовились к кубку. Вот все самое интересное будет завтра в кубковом полуфинале. Вердер, Бавария. Сегодня первый полуфинал. Гамбург, Лейпциг. Итак, подписываемся, ставим лайки. Делимся со мной своей радостью. Не забываем отправлять мне деньги на телефон. Я не крохобор, я не попрошайка. Я все рассказываю бесплатно. Но если вы выиграли с моей помощью, пожалуйста, делитесь. Если никто не будет делиться, ну, мне придется закрыть канал. Всем до свидания, всем удачи.